На полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Руслан Казакбаев провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Азербайджанской республики Джейхуном Байрамовым. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию двусторонних отношений. В этом контексте рассмотрены вопросы организации межмидовских политических консультаций и заседания межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Обсуждены вопросы взаимной поддержки в рамках многосторонних организаций, проведения совместных мероприятий в 2022 году по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами, инициативы кыргызской страны по межрегиональному диалогу. К азербайджанской стороне выражена просьба ускорить процесс признания паспорта вакцинации Кыргызской республики для стимулирования поездок граждан двух государств между странами. Отдельно рассмотрен вопрос взаимодействия и поддержки в рамках многосторонних организаций. Стороны обсудили график предстоящих контактов на высоком и высшем уровнях.